Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. Итак, в общем-то, вы все постоянно мне пишете побольше легенд Дракономании, почему так редко выходит, а почему? Потому что нам нужно больше денег, больше еды для дракончиков. И потому я не могу снимать много серий, потому что уже мои дракончики слабоваты, чтобы двигаться дальше. Итак, раз вы так любите кричать, прям требовать следующую серию, значит, не забываем вот каждый раз, каждый день заходить, вот чтобы вот таких вот подарочков было больше. Их можно получать 100 штук в день. То есть у меня вот максимум вот 48 бывает. В этих подарочках есть немножко денег и есть немножко еды. Потому, чтобы ускорить и принять участие в выпуске видео, не забываем заходить вот как бы в друзья, точнее, ну вот код дружбы мой использовать, добавляйтесь в друзья, и вот так вот каждый день не забывайте мне присылать подарок. Это хоть немножко да поможет быстрее нам собирать денежку и еду, ну и соответственно быстрее прокачиваться и быстрее двигаться. Все понятно? Вот так вот. Так что перед тем, как крикнуть, где следующая серия, не забудь прислать подарок. Вот как сейчас делаю я. Вот так вот. Берем и всем подряд. Так можно делать один раз в день. И вот каждый день не забываем присылать подарочки. И тогда будет все в порядке. Так, ну а теперь. Это мы сделали. Давайте немножко соберем еды. Так, собираем вот этих летучих тварей. Ну, как вы знаете, у нас 30 числа у нас Хэллоуин. И у нас тут в связи с этим событием появилось тоже новое событие. Сейчас я их доловлю. Также, ребятки, свершилось чудо. Нажимаем на ферму, нажимаем еда, нажимаем мультипосадка. Я таки прочитал комментарий. Так, и что мы будем тут садить? 6 часов. Ну, вот вроде как хватило, да? А почему? Почему? Где мультипосадка? Почему оно не все посадилось? Я же нажал X8. Фермы не производят еду 8. Почему оно не посадилось? Так, ладно, давайте что-то сейчас возьмем. 8, 1 день, 6,8, 48. Во, посадилось, на денег не хватило. А, ясно. Ладно, ну вот видите, ребятки, прогресс. Так, давайте теперь зайдем, собственно говоря, в наши события. У нас тут еще 9 дней. Ну, награды ничего особенного. У нас награды на третьем этапе мы получим уголек. И потом получим вот эпичного дракона трехстихийная Муэрте. Это смерть, походу, переводится с какого-то языка. Так, ну, для этого нужно нам еще очень много чего сделать. Ну, давайте пойдем шагать. Так, а что-то я совсем вообще не понял. А-а-а, помогите, здесь полно ужасных драконов. Костлявый дракон схватил меня, отпустите. Так, нужно спасти Бранта от костлявого дракона. Кажется, дракон Муэрте хочет нам помочь. Ух ты, прикольно. Так. А что у нас? Ну ладно. Дракон Муэрте. А костлявому дракону по барабану, смотрите. Ты какого уровня? 70-го, мы 80-го. Давайте тебя отравим. Жесть. 116 миллионов сила удара и 33 миллиона. Блин, я хочу себе дракона 80 уровня. Своруем немножко жизни. Ты и все. Ёшкин кот, какие они сильные. Так, мы победили костлявого дракона, но он убежал вглубь жуткого замка и прихватил с собой Бранта. Думаю, нам стоит вернуться завтра утром и поискать его. Отличная попытка, не Нед. Но мы не можем позволить Бранту провести ночь в жутком замке одному. Я не смогу уснуть, если... А ты знаешь, как серьезно я отношусь к ночному сну?
Так, Дракон Майер хочет помочь нам найти Бранта. Хорошо, дружок, присоединяйся. Но больше никаких драк. Ты должен восстанавливать силы. Вперед, нам нужно спасти одного хулигана. Это у нас соперник следующий, Дракон Тыква. Так, слава божественным драконам, что вы наконец-то появились. Теперь Дракон Тыква меня схватил. Что-то какая-то подстава здесь. Похоже, пора посадить этого Дракона Тыкву на поле боя. Посадить? Что-то непонятно. Ну, давайте нападем на него. Дракон Тыква. Какого уровня? 38 уровня. Че, против него ничего не сильно. Пока что. Сейчас мы найдем что-то. Пыхну. Ух ты, ёшкин кот. А как это он завалил-то так осень мою? Что-то он какой-то слишком сильный. С одного удара завалил дракончика моего. Караул. Все. Чао. Но сильный был гаденыш. Так. Снова. Странно, что его постоянно хватает дракону. Куда его утащили теперь? Эта комната закрыта. Давай поищем ключ. Так, что у нас тут? Первый кусочек какого-то дракончика. Ну, мы пойдем, конечно же, через драки. Мы любим экономить. Так, у нас дракон-зомби. 36-й, 36-й, 36-й. Нормально все. Мимо. Чао, какао. Так, не выжил таки один. А вот теперь все. Тридцать седьмой, 36-й. Так, это у нас дракон оригами. Кто умеет лепить оригами? Лепить. Делать оригами. Да, у меня... Я даже видосики снимал, пару оригами. Мастера Йоду лепил, блин, такой сложный был. Мастер Йода там. Полчаса работы, наверное. Минимум. Успел. Ура, мы нашли ключик. Нет, смотри, нашли ключ, давай выберемся из этой комнаты. Ой, только что передо мной пробежал огромный паук. Поймаешь его? Нет? Ладно, ладно, я понял, пойдем. Так, и давайте нам сундук. Легендарных, пожалуйста, 200 тысяч кусочков дайте. Так, ну дракончики. Дали нам дракончиков. Так, нужно покормить драконов, еще подраться нужно нам, ну и скрестить. Так, насчет покормить. У меня здесь есть кого кормить. Так, у меня здесь есть слабенькие какие-то дракончики 12 уровня, вот сейчас мы их покормим. 12 на 15, например, сейчас попереводим. Покуда нам дают очки, потуда и кормим. Все, перестали нам давать. А, так, идем сюда.
Так, собрать еду еще нужно, но это я уже не могу повлиять на это. Так, через 4 часа счетчики обнулятся, ну еще потом подраться нужно будет. Но пока давайте пойдем дальше в подземелье. Так, это один из самых странных домов, которые мне довелось посетить. Так, столько извилистых коридоров и тайных ходов. Семейство Гастли отличались эксцентричностью, раз построило такой дом, да? Так, Ария, это место важная часть истории Дракландии. Его построили за сотни лет до вторжения Тирана. Говорят, тут живет призрак самой Джеральдины Гастли. Призрак, надеюсь, мы его видим, а пока займемся поисками Бранта. Ну, давайте займемся поисками Бранта. Кстати, он призрак. Так, а вот, кстати, дракончик, босс. Так, сидеть, уголек. Плохой дракон, хватит меня облизывать, у тебя из пасти воняет. Так, нужно научить этого дракона уголька порядку в бой. Че, он просто облизывался, че его тут учить? Прикольный дракончик. Ну, мы его получим. Скоро получим. Так. Блин, прикольный, такой здоровенный, да? Блин, с одного удара сносит. Она же у меня 36 уровня. Она же не то чтобы слабая. Осень. Так, ну планы у меня какие? Пока что я оставлю команду такую, как есть. Заколдую тигра. И буду качать так. Потом, когда появятся легендарные кусочки, я уже, может быть, сменю тигра на факела. Ну, но кусочков легендарных у нас фонарь. Так, почему же Бран постоянно похищает? Я просто притворяюсь мертвым, пока все не закончится. А пока давай найдем ключ. Ну, что-то Бран здесь сам, наверное, задумал. Хитрец. Так, вот такая вот у нас команда. 36, 36. Ну вот так вот. Ну все. Готово. Ну да, осень, до осени там просто ход не доходит. Ну 36 уровня, она же у меня тоже заколдована на один уровень. Почему ее драконы 36-37 уровня убивают с одного удара? Непонятно. Так, мы нашли ключик. Так. Ключик, ключик, ключик. Хорошо, мы нашли ключик. Ну, давайте еще продвинемся. Найдем же... Мне интересуют также пазлики дракончиков. Ух ты, ё-моё. Так, еще нашел. Давайте еще подеремся, ребятки. Все же любят драки. Представляете себе, как запортачился. Так, а это у нас кто такой чертенок? Как там тебя зовут правильно? Готово. Готово. Вот так. Ну, странно, да? У меня вот ягодка, видите, 130 тысяч проатаковала. А там по 200 тысяч с меня снимали. Но они, наверное, были заколдованы сильно. Гоблин! Дракон-гоблин.
А эта дракондатика мне напоминает вот это подземелье Japanese Додзио, которое было в Monster Legend. Вот там, похоже, что-то дракончик какой-то. Вокруг мастера был. Так, все, у меня закончились монетки, да? Сколько не хватает? 166. Так, а ну-ка, подождите. Накормить не могу, собрать не могу. Выиграть битвы. Ну а почему? Странно, почему нам битвы здесь не засчитываются? Ну давайте пойдем вот сюда. Мне тут тоже нужно продвигаться. Вот так. Волшебная кнопочка X2. Сделаем пару боев, нам, по-моему, 25 очков за бой дают. Да, плюс 25. То есть сейчас еще один бой сделаем, и можем будет там открыть сундук. Так, крепкие драконы что-то мне попались тут. Облако ядреное. А, это снег. Не облако, а снег. Он хоть и 36-й, но он, елки-палки, как вкачан. Вот, а я о том, что да, проще вот взять такого дракончика, заколдовать его на 4 звезды. И он будет очень силен. Смотрите, до сих пор живой остался. Он осень забрал. Давайте будем его топить. Смотрите, сколько у него жизни, караул. Та-дам! Так, ну, а на этом тогда, ребятки, все. До скорых встреч.